Вот уже Тумский остров виден. Памятник такая, похожая, как на ракушку, нефу корабля. И смотрим, здесь завернули буквально в такую подворотинку. И Наташа гномика сразу увидела. Это гномик ученый, наверное, с книжечкой. Ну, а тут заклад народови написано. Что-то здесь такое интересное ученое есть. Не знаю, что это. Библиотека. Может, библиотека какая-то. Таблица усложнена. Ден-ден-ден. Короче, мы так по-польски не очень читаем. Охота на гномов реально забавляет. Какие они классные, все-таки, смотрите. Сердечным сидит девочка-гном, да? Ждет молодого человека. И молодой человек вот ей протягивает свое сердечко. Вообще классно, конечно. Класс. Ну ты увидела. Сначала увидела гномов, потом людей, которые их фоткали. Привет, друзья. Вот мы и вернулись. Собор Святого Иоанна Крестителя. Вот. И сейчас показываю билетики. Открыто, все работает. Вот, все. Сейчас будем подниматься наверх с вами снова. Сколько мы с вами уже наверх поднимались? Ну, так, нам сюда. И сейчас тут, говорят, можно идти так, и будет идти лифт. О, это уже показали с вами. Не, надо подняться 40, потом лифт. Давай, первая пойду. Давай, первая пойду. Ну, да. То есть все равно тут лифт еще не сразу. Так, ну смотрите, ступеньки уже напоминают, как мы карабкались на ратушу, так? Да? Ох, все это высоко. Ой, и поэтому включимся мы, когда дойдем до лифта. Ой. Ну так, где-то этажа 4 мы вскарабкались. Ай, елки-палки. Сейчас 37, 38, 39. Сколько? 40, не обманули. Ну 40, этажа 4 где-то. 40 ступенек. Так, а тут что, лифт ждать надо? Сейчас лифт, да. Мы с вами, это куда? Туда не пойдем. Мы с вами только и карабкаемся, по-моему. Вот, кстати, сам костел. О, сейчас будем ждать лифта. Наверное, лифт специальный. Музей. Наверное, это африканские маски. Чешу там. О, вот прям уже можно посмотреть обзорчик. Никуда не идти, да? Ну, шучу, конечно, сейчас. Просовываю камеру. Вот откуда мы пришли с вами. А сейчас ждем лифта. А вот и лифтик приехал. Да, просит не орать совсем. Даша говорит, просит не орать. Вот надпись. Да, совсем просит не орать. Все, заходим. Так интересно, мы едем, и двери там тоже как бы пролетают. Не просто так, а двери пролетают. Сколько этажей здесь? 6, да? Ну да, 6 этаж. Отца еще неизвестно. Как он приземлился и резко остановился. Это для вас 6. Спасибо вам, так, что с нами проехались. И 16 еще вверх. А еще 16 этажей вверх? Ты что, шутишь? 16 ступенек. Господи, думаю, 16 смотри, этажей. Смотри, что в этом году все разбомблено. Ёлки-палки. Так, ладно, девчонки пошли, ну и мы идем. Так, 16, я сейчас. Давай, Наташа, считай ступеньки. Если 16, уже отключаться не буду. Сейчас с вами зайдем и посмотрим вид. О, прикольно, я уже вижу вид прикольный. Ну, ступенек мало, все, мы выходим, выскакиваем с вами. Красота! Да, 16. Не обманули. Ух ты! Ух ты! О! Так это я даже могу увидеть с моим ростом. О-о-о. Смотри, какая крыша. Засеяли прямо не травой. У меня же прям телефон застрял отчасти. Что мы наконец-то сюда попали. А вчера не смогли. Ух ты, слушай, прям ой, какая Одра красивая. И это водонапорная башня. Что, мы за последний месяц взобрались уже 4 раза. Да? Вон мост Грюнвальда, да, вот он? Ага, синий, да. Синий. А это мост спокойствия, да, равновесия. Вот этот вот. По-моему, да. Да. Так вытаскивается. Смотри, какая извините. Крыша, обалдеть. Там такие вот. Еще телефон придерживать надо, чтобы он не вылетел. Я селфи-палка плохо держит, честно вам скажу. О, сейчас. Где-то еще, кстати, лавочки удобно. Рюкзак можно поставить, спина мокрая, капец. Сейчас включусь. Дракон, да, такой? Да. Ой, какие зубы страшные. А такой же был похожий, ты заметила, когда мы в Кракове были. Да, да, в университете. Ну, теперь уже близко так. А вон он тоже с этой стороны. Сейчас я.
Ага, и с этой стороны. А я-то думала, куда это? Подожди. А, вот же. Получается, на ту, та чистенькая, аккуратненькая. Боже, какой там сад красивый внизу. Ага, похоже. Как лабиринт, да, такой? А это там библиотека, вот интересно, где мы вот проезжали на это, на кораблике. И белое такое красивое здание. Извините. Фу. Я рюкзак поставила здесь. Шесть. Можно, кстати, так смотреть для маленьких деток. Хорошо сделано, в принципе, что можно все рассмотреть. А я просто засовываю и вам показываю. Слушайте, у нас сегодня прям хобби. Мы только в Хорватии, наверное, больше были. Раз семь и постоянно карабкаясь, в чем там ступеньки были какие-то прогнившие. Наташа каждый раз меня проклинала, не знаю, каким словом. Зачем мы туда лезем? Все было чинно и благородно. Злым и... О, боже, друзья мои, ну как же классно. Эльжбета. Мы столько прошли, получается. Ух ты. А вон этот с крестом храм. Эльжбета, дальняя, где мы? Где? А вон, левее. Ага, вот, да. Левее. Сейчас, подождите. Ага. Вот, шпиль. А вон же мы заходили на этот мостик ведьм. Получается, да, ближе, да, да, две башни. Это, если крест, то ближе. Так уж. Слушай, а вот в это мы прямо не зашли. Что это такое за храм? Мы вокруг него ходим, обходили, получается. Вот, прямо. Так это Христа есть. Это Христа, и мы же сразу пошли. Нет, ты не поняла. Не со шпилем, дальше, на той стороне. А, ну, не знаю, что там. На той стороне что-то есть сейчас. Наташа, возьми рюкзак, пожалуйста, да. Я уже буду обходить. Людям мы верим, конечно, но лучше их не соблазнять, правильно? Что-то уже... Ух, красотень. Это вот мне тоже эти штучки нравятся, что они так близко вообще, знаете? Нет, я не рискнула бы встать сейчас и обнять эту вещь без подстраховки. Не-не-не. Спасибо. Так, дальше у нас обзорочка идет. Уже вам так сузило, в принципе. Ой, зеленый какой город, тоже хорошо. Простите, по-моему, стукнула телефон, ну ладно. Главное, чтобы вам звук не попал. Ух ты. Давайте вдаль посмотрим, что там такого вдали. Там мы еще не были, все по центру гуляем уже второй день. Ну, центр тоже интересный. Всего 3 дня, надо посмотреть все. Ой, класс. Опс. Фу. О, что вам сказать, друзья мои, класс. Впечатления, ну, впечатления классные. Везде интересно, везде, вот, где были, ну, все равно классно, ты смотришь на город с высоты, так чувствуешь себя. Ах, классно. Так, ну, давайте вот, там уже мы посмотрели. Давайте еще вот здесь вот просунемся и посмотрим, понаблюдаем. Вот мы здесь, кстати, и вышли. Люди выходят такие, вау. Ну что, вот он, какой вид отсюда, который рекомендует. И все-таки классно, что здесь есть лифт. Не надо бить колени, не надо потеть. Ну, да, вот это скажи, очень, классно. Очень приятно. Но мы за последние пару недель взбирались 4 раза. И первый раз с лифтом, да. И так Наташа что... не похудела. Хотя, никто не знает. Уже ну, слава богу, мы очень вкусно едим. Да. Сейчас будем наслаждаться. Этими садами, это с ума сойти. Да, а пока вот пишите, как вам. Пишите комменты, ставьте лайки. Ну, как они, может, даже у вас есть любимая уже, любимая. Может, Ратушева Львови, а может, Эльжбета, а может, это место, а может, Мостик Ведьм. Но если запомнили все 4, выберите один, нам будет интересно. Ну что, народ, помните, купили в одном из видео, когда Наташу еле вытащила из магазина Хэбби, да, такую штучку. Вот такие шоты очень популярны в Польше. 5 злотых стоят. В прошлый раз как я постоянно покупала кофейный шот с гуараной. А сейчас просто, давайте просто направим вот на город. Энергия, имбирь 24% и гуарана. Имбирь там? Написано имбирь 24%. Имбирь. Если это имбирь, значит имбирь. Кстати, имбирь нарисован. Болтаем, попробуем. Просто вот распаковочка. И что, ты сейчас залезешь на шпиль? Или пешочком сбежишь? Нет, я не выпустят. А ну. Должна печь. Шо, печет? Носом дыши. Печет, да? Я не знаю, как энергия гуарана, но у меня имбирь сейчас вот так вот. Ух ты. Так хорошо, сейчас пропечет все. Тема. Да? Это тема. Во-первых, это, ну, если даст энергии, будет неплохо, но мне те кофейные шоты помогали. Если видео найду, в описании оставлю. В Кракове я тоже пробовала. Ну вот печет, это класс.
Можно будет даже пару штучек взять с собой в Эмират. Оставишь мне чуть-чуть? Да, я попробую. Сейчас сниму, как Наташа пробует. Подождите, сейчас я еще чуть-чуть это пью. Но это тема. Не, мне чуть-чуть оставь, буду ласточка. Вот эти про пил в туалет пил. Второй, знаете, такой, даже нет, когда вот пьете томатный сок с таким перцем с острым. Да? Она уже подскочила в нос. Слушайте тему. Это классно. А мне, кто их делает, интересно? Мне очень, мне вот это очень нравится. Варшава написано. Да? Все, передаю Наташе. Сейчас давайте Наташу. Передаю Наташе привет. Да, давайте. Сейчас просто попробую эту красоту. Сколько оно 100 миллилитров, но так немного весит. О, вкусно пахнет. Имбирчик. Сейчас просто, я просто представляю, какое мое лицо было. Ого. Это у меня было такое же лицо? Ого. Как печет. Как перца реально на это. Ага, ну это имбирь. Там тоже печет? Ну хороший, хороший. Основное, в путешествиях оно очень классное. Если... Очень приятно сладенький. Не сладкий, но... Ух ты. Слушай, если горло болит. Ну, кстати, оно одно было. Когда я уже показывала, я взяла гуарану, там уже другое, там какая-то куркума стояла. Не очень. Давай бутылочку не выкидывать и сильно зайдем. Вот ты брала, когда кофейный, мне вот так не очень. Сок, сок яблочный с чего-то там. Вот это имбирь и сок, имбирный. И какой-то НФЦ, не знаю, что такое. Имбировый НФЦ 24%. Ну, короче, друзья, кто будет в Польше, это, наверное, не только в Хебе. Это есть в Росмане, да? Где я брала? Да, Росман, вот таких вот типа косметических. Супершоты. И, ну, вот кофе тоже классно. Есть кофе просто, есть кофе с гуарана, есть кофе эспрессо. Ну, 5 злотых стоит, доллар с чем-то. Это... Прямо горло так тепло идет. Да, это хорошая такая темка. Ты мне оставила. Ну, все. Вот как вам распаковочка? Попробовали бы? Все, я же прямо это. Попробовали бы такое, да? Бодрит просто, по-моему. 5 злотых? Да, 5 злотых. Нормально. Доллар с чем-то. Да. Так что суперфуд. Бодрит. Друзья мои, приключения в этом замке-костёле не заканчиваются. Да, вы ходите даже, и как бы хотите, не хотите, вы проходите через музей. Вот тут показано, как миссионеры, они были в Африке. Короче, смотрите, какая маска. Офигеть, из Нигерии. Так ты иди сюда. Сейчас. Немножечко. Просто, да. Посмотри, это маска. Я только сейчас увидела, что она какая. Она двойная. Ага. Такая страшная. Страх берет. А вот посмотри, как человек лежит, я не знаю, даже что это. Так, страшно. Ну давайте, чтобы не было вам скучно. Да, мой рюкзак стоит, быстро пробежимся по музею, но хотя здесь интересно, вы знаете, особенно любите путешествия. Ну все вот щиты, вот эти вот африканские, всякие вот такие рогатки, штучки, человечки. Топорик, меч, наверное. Слушайте, ну интересно вообще. Сейчас я вам подсниму и сама, наверное... Ой, посмотрю. Хорошо. Зуб или что-то за слонья. Это слоновье что-то. Слушайте, прикольный музей, точно. Тапочки, тапулечки какие. Курас, крокодил. Зачем они сюда это интересно? О, какие маски. Вот мы читали в отзывах, что были музеи, что есть музей с масками. С африканскими масками, ну, показывается, как проповедовали в африканских странах. Ой, класс! Слушайте, ну я люблю такие африканские, вот это вот Кения и остальные такие страны, ну вот они интересные. Для нас то, что неизведанное, да? Поэтому они так манят. Ух, какой прям человечище. Ну вот музей масок тоже входит в стоимость, так что можете спокойно его посещать. И, ну, класс. Просто у меня брат собирает маски, у него много, но, наверное, отсвечивает. Так, покажу вам. Жалко, наверное. Как-то оно так под светом находится. Эта маска такая прикольная вообще. И мне нравится маски рассматривать. Что-то такое вот есть в них загадочное, такое, наверное, пугающее. Класс. Как сувениры в Кении, реально. Тут велик сделанный, забавка из чего-то. Не знаю, что за белая бумага, по-моему, просто свалилась откуда-то сверху. Вот это маска вообще. И такие же длинные маски есть у моего брата. Я еще спросила, как ты их допер? Он говорит, да, в ручной кладе нормально. Потому что действительно, это надо уметь довести двухметрового жирафа. Ну вот браслетики уже такие. Вот вообще такое, как мы в Кении покупали.
вообще как какой-то венецианский карнавал, да? Вообще абсолютно не жалею, что мы с вами сюда зашли. Небольшой уже заканчивается, но, блин, это бородач вообще страшный. Уже последний стенд, можно так сказать. Вот эта масочка вот на Шри-Ланке похожи такие же. Что-то очень большое. Не знаю, кто-то что-то опознал. Пишите в комментах, будет интересно. Ну, простите, это же инопланетянин. Это же реальный инопланетянин. И второй вот. Такие серьезно маски. Не могу вам перевести, что это с польского. Но маски впечатляют. Честно, мне вот домой стрёмно привозить, ставить маски. Я не знаю, что они значат. Мало ли, что там втюхивают туристов. Кстати, вот про маски. Кто-то из подписчиков собирает маски? Интересно. Я собираю магнитики, Наташа магнитики и брелки. А некоторые люди собирают чашечки из путешествий, наперстки, я знаю. Вот, брелки уже сказала, да? О, это как такая беременная женщина, да, символ такой? Прикольно. Ну, вот много людей, Наташа рассматривает тоже. Вот уже выход, но интересное. Вообще впечатляет, да? Да я почти все маски сняла. Не-не, как он? Господи, сверху этот. Который меняет цвет, наверное, да? Ой, господи, забыла. Ну, напишите. Не геккончик, а... Ну, который меняет... Вот это вылетело у Бог из головы. Хамелеончик, вот. Не, ну красиво. Зуб крокодил? О, не знаю. Крокодил, скотч, что-то... Наверное, это... Ну, наверное, ничего себе. Страшно. Ну, интересно, здесь красиво, вообще так впечатляет, вообще завораживает, будто мы в Африке, друзья. Все, всем пока.